Наше все. А, ты меня зарядила в глаз. Погнали. Смотрим, прикольно. Он может спокойно играть в эту игру, просто. Знаете, когда натягивают лампаду вот эту вот. Я люблю такую тему смотреть. Прям. Реакция, я в конце пятачка. Так замедленно, да. И такая пафосная музыка. Это такой like boss. Пафосная музыка. Коронавирус, коронавирус. Мне так надоела эта тема с, да. С вирусом, что мне даже самая смешная шутка будет казаться не смешной. Вы бы так прыгнули? Что это вообще делает? Что это? Я не понимаю, куда прыгать? Он летит, как-то на чем он летит. У него что-то прикреплено сзади? Там? Да, у него ранец какой-то там. Ого! Как будто планета. Да, да. Он это... На ручке прикиньте. Офигеть! Ого! Нет, нет. В смысле, везунчик просто. Он трезвый? Это специально? Ну, он сам был в шоке, наверное. Я хочу, да. Вы вообще видели выступление бармена? Бармена. Jump. Jump. Ага. Никогда не отчаивайся. Мне кажется, это вот я такой человек. Они стреляют. Что делают в армии? Я ничего не увидела, а это просто прикольно. Ходите, сейчас скажи, что будет. Все три кедры собьет. Песня моего детства. Больно, наверное. А может и не больно. Ну, наверное, больно. Собаки. Так, опа. Куда подошел? Маман, отец, батек. Обожаю собак. Когда пришел знакомиться с невесткой. И чё? Растяжка. И чё? Вау. А у тебя что, такая же? Ну, была когда-то, наверное. Вот это прикольно, ну, прикольно, да. Ого. Круто. Кайф. Смотрите, как красиво там. По воде идёт. Да. Хочу в путешествие. Хоти. Сейчас потекут слезки. Вау. Это что за костюм, который рост увеличивает? Это шикарно! Шикарно просто! С закрытыми глазами, вообще, прикиньте. Офигеть. Балансировка нереальная. Я и с открытыми там даже на ноге не удержу. Я в руке даже не удержу, да, ноги. Вообще офигеть. Красава. Мастер. Типа идеально ровный круг. Вы когда-нибудь видели? Сердечко нарисовать ему, сердечко. Это... Ему цирк не нужен, понимаешь? Он... В халате. Я видела таких ребят. Что было, я не видела. Я даже не увидела. Я просто не знаю, как там играть. Надо, чтобы что-то шутку понять. Простите, конечно, нас, но... О, вы видели? Он, короче, да, оставляет GoPro-ху в воздухе. А мне кажется, что это у нас. Где? В Сочи. О, это в Сочи. Да, это Сочи. Ну, я да. Не говорю. Офигеть. Прикол. А, о, нифига себе, классно. Ну, а потом игры папа с огнём. Соседней комнаты. Где она это шикала? Это девушка или это... Нет, это может... Поняли, да? Ну, его много сильно торчал. Ну, да. Ну, это мизинец был. Да. О, мой уровень. А, типа его заносят так? Красивый закат. У меня было два уважения таким ребятам в школе. Два?
Да. Два по прыжкам. Да, а что ты хочешь с 1.52 метра? По прыжкам, по каким прыжкам? У вас был урок прыжков, прыжок. О, вообще просто молодец. Урок прыжков. Круто. Офигеть. Я бы и на ровной поверхности, наверное, не смогла проехать. Что он делает? О, нет. А. Блин, жалко. Ну, было бы интереснее концовка, если бы. Чё там о женском насилии говорит? Офигеть, она так всё. Сейчас опасно. Мне так нравится этот трек. А я с пацана дышу. Вообще классно. Сколько вам интересно лет? Да лет 6, наверное. Как долго он этому учился? Такое усердие должно быть хорошее. Что? Крутой вратарь. Вообще. Как? Нет. Пять раз бы по лицу прилетел. Обалдеть. О, я видела это. Это, короче, рынок, который складывается, когда поезда проезжают. Прикиньте. Серьезно? Да. Он реально существует. Наверное, а сейчас они Индии, обратно да? все наверное, тут выйдут. Точно нельзя прощелкать момент. Да. Молодец, девчонка. Красотка. О, вообще ого. Красотка. Наверное, им там хорошо ребятам занимается. Молодец, вообще, вообще молодец. Мне не понять ее. Честно, у меня бы уже все. У меня бы закружилась типа, голова, потеряла тут сознание, мне накачивали бы на что-то. Да, 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 да. Классная. Да, крутая. Уважуха. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Все? Слава богу. Испугались? Обоссался. Что сделали? Обоссался. Крутая нарезка. Да. Крутая нарезка. Крутая нарезка. Что больше понравилось? Пишите. А вам что понравилось? Пишите. Чистота такая. Переложила ответственность на других людей. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить все, что было в видео. У меня не очень это хорошо получается. Мне девчонка понравилась спортивная. Девчонка запомнилась, но она потому что была в конце, наверное. Да, а мне вот этот мужичок на велечке, на маленьком, который под столом был. А, в самом начале, который был. Это первое и последнее. Понимаете, какая у нас память просто? А мне рынок понравился. Складной рынок? Да. Опасно. А вот представляешь, в каких условиях люди живут? Да. Ну, у них расписание, да, наверное, конечно. Там есть. Типа... Ну, ничего себе расписание. Ты так работаешь, фига себе, а тут проезжаешь. Ну, они же знали, на что они идут. Да, там так, знаешь, прям как лего такое все. Да, иногда задумываешься, вот мы живем так, работаем на удобной работе, в комфортных условиях, а тут, прикинь, в каких условиях работают люди. Да, это печально. Да, зато туристов там много. У них спрос хотя бы есть. Смертность большая, наверное. Я хотела это сказать. Жестко? Нет, так жестко, да. Что грустно. Что грустно. Напишите в комментариях, как вы относитесь к таким рынкам. Какие у вас классные вопросы, пожалуйста, философские. Давайте, да, больше вопросов. Ладно, напишите в комментариях, какое видео вам больше всего понравилось. Пойдет? Ну, уже лучше. Да, спасибо большое за просмотр. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий о том, какие мы классные. Капелька скромности. Наше все. А, ты меня залетела в глаз. Прости, пожалуйста. Он не потек. Посмотри, мне глаз. Да. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.